Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Команды начинают эту игру. Поехали! На экране состав команды «Хозяев». Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. А это стартовая расстановка. Как он работает с мячом! Всех обыграл! А вот это может быть опасно. Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч!